На дорогах, ведущих в починки, сегодня убирали бетонные блоки. По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, карантин снят с поселка Починки и Мухтолово. У нас уже были сняты такие ограничения, то есть карантин в Гремячево. Вчера я подписал соответствующие документы о снятии карантина в Мухтолово и в Починках. Сегодня я подписал уже вот только что соответствующее решение о снятии карантина в Тумботино. Конечно, ко второму этапу полноценному перейти мы в ближайшее время не сможем. Я думаю, что надо смотреть будет за эпидемиологической ситуацией. Но если прогнозировать, исходя из текущих тенденций движения, то это 2-3 недели до следующего второго этапа минимум после направления нам соответствующего предписания Роспотребнадзора.